Сегодня лидер молдавского оппозиционного объединения «Наша партия» Рената Усатый дал в Москве пресс-конференцию, на которой заявил, что в преддверии президентских выборов, они пройдут в Молдавии в воскресенье, нынешние власти страны оказывают на него беспрецедентное давление. По словам политика, против него возбужден ряд уголовных дел, в том числе о заказном убийстве банкира. Усатый напомнил, что в 2015-м он обнародовал информацию о том, что из банковской системы Молдавии с помощью лидеров правящих партий за рубеж был выведен миллиард долларов. Это вызвало громкий скандал, после которого в Кишиневе начались массовые акции протеста. По словам оппозиционера, сейчас власти пытаются всеми способами свести к нулю его влияние в стране. Дело, которое сфабриковано против меня, является политическим. В интернете опубликованы мои уголовные дела, масса нарушений. Ну и как вы понимаете, если мы будем возбуждать уголовные дела, тем более по организации убийства на основании чего-то интервью в скайпе, ну это уже перебор.